Я не пьян. А. Просто у меня хорошее настроение. Понятно. У меня отличное настроение. Самый большой человек. Джек, это ты? Нет, не Джек, а самый большой человек в профсоюзе страны. Я не пьян, я просто счастлив. Джилл, ты тобой новый председатель профсоюза транспортных рабочих. Джилл! Джилл! Регионального комитета, Джилл! Я счастлив, Джилл! Я счастлив, Джилл! Но я никогда не забываю о Марте. Развестись я не могу, ты же знаешь. По крайней мере, сейчас. Все должно остаться как есть. По крайней мере. Первое время. В таких делах нельзя поступать опрометчиво. Джилл! А когда тебя все не в театр? А я уже не служу в театре. Видите ли, уважаемая мисс Харт, вы нам очень нравитесь, но этого не скажешь о публике. Советуем вам найти другое место. Что? Я уже сказала. Я не служу больше в театре. Вот сукины дети. Ну, а ты что? А что я? В тот же день взяла расчет. Но они, в общем-то, правы, певица из меня не вышла. Теперь ищу работу и квартиру подешевле. Джилл! Джилл, ты меня слышишь? Да, Джек, слышу. С сегодняшнего дня ты на службе у нашего союза. Будешь помогать мне. Мне теперь, особенно в Нью-Йорке, нужна квартира, частная квартира, где бы я мог принимать нужных мне людей. Это не то, что номер в отеле, где вечно
подсматривают и подслушивают. Что я там буду делать? То, что ты и делаешь. Любить меня. Но, правда, иногда тебе придется выезжать в другие города. Иногда не под своим именем. Будешь выяснять, разведывать, проверять, кто за нас, кто против нас. Ну, в общем, играть роль, как в театре. Ну, в общем, ты хочешь, чтобы я была кем-то вроде шпионки? Я хочу, чтобы ты любила меня всегда. Как только стало ясно, что этот Раферти влип щеками Босворта... Крупно влип. Да, щеками Босворта, вот именно. Он сделал самое гениальное, что может быть. Он перевел стрелку. Дымовая завеса. Да, точно, дымовая завеса, вот именно. Дымовая завеса. Теперь посмотри, кто будет к дьяволу заниматься этими несчастными чеками, когда такая бездна приоткрылась. Это же смешно. Тогда получается, что он специально рассчитывал на самоубийство Босворта. Не славить Цезаря пришел, а хоронить. Людей переживают, и грехи, и заслуги, часто мы хороним с ними и так далее. Ты посмотри за хроникой событий, что происходит. Сначала он прикрывает Босворта, как только может. Потом он начинает выкладывать то, что его просят, то, что не просят. Потом он выкладывает все про этого человека, просто губит его на глазах у всех. Вот здесь губит, как только может, да. Конечно. И тут остается голым на снегу. Конечно, такая сентиментальная история, которую представил Раферти, конечно, делает его в глазах публики и жертвы, и героев. Хочу, да, конечно. Вот давай. Давай, моя дорогая. Ну-ка, быстро мне ответь на вопрос. Долго ли проживет червяк, которого друг рыбак пригласил на рыбалку? А ну-ка. Продолжаем. Если ты мне дочь, ты не будешь смотреть эту передачу. Пожалуйста, уходи. Спасибо. Эдди, это я. Как все надоело. Просто противно. Обращаются со мной, как с ребенком. Тебя еще не тошнит от того, что показывают два дня? Нет, не тошнит. А я сыт по горло. Не смотреть, не читать, даже думать об этом не хочу. А чем это ты занят, Эдди? Собираю вещи. Как собираешь вещи? Вот так. Хватит. Мне стало слишком противно и жить в этом доме, и ходить в школу, где все уже про нас все знают. Ухожу в армию. Ты что? Какая армия, Эдди? Ты спятил? Чего стыдиться? Что этот Босворт покончил с собой, потому что у него пропали все деньги, и все узнали, что он вырос в приюте? Но наш папа из того же приюта. Он же гордится этим, потому что был нищим, а сумел стать большим... Дура! Меня порой поражает. Какая ты дура? Не смей назвать меня дурой! Да не такая уж я дура, чтобы ничего не понимать! Дурочка! Дурочка! У Хедна Босворта была тайна, которую знал его единственный друг. Теперь эта тайна известна всему миру. Все знают, что Босворт не тот человек, за которого себя выдавал. Он всех обманывал. Всех. Жену, семью, детей. Всех. А кто выдал эту тайну? Ты тоже знаешь. Но ведь папа принял присягу. Он был обязан отвечать честно. Да, 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 честно. Но сейчас, наверное, честно будет отвечать. Об этой Джилл Харт. Теперь ты понимаешь, почему мать запретила тебе смотреть телевизор. Ты хочешь сказать, что папа – это женщина? Да ничего. Ничего и никому не хочу говорить. И сам не хочу ничего знать. Мне бы только поскорее выбраться из этого дома.
Комиссия предъявляет свидетель документы. Здесь счета, оплаченные Лос-Анджелесским комитетом профсоюза транспортных рабочих. Они подписаны казначеем комитета и заверены мистером Раффарти. Свидетелю предъявлены счета на оплату квартиры, которую несколько лет снимала в Нью-Йорке мисс Харт. Мистер Раффарти, на счетах ваша подпись? Да, моя. Счета приобщаются к делу. Можете продолжать, мистер Эмис. Не можете ли вы объяснить, почему Лос-Анджелесский профсоюзный комитет вносил за мисс Харт квартирную плату? Вам известно, что мисс Харт сотрудница комитета. Что же касается платы за квартиру, то она входила в общую сумму ее оклада по должности. Предположим, что так. Но за что мисс Харт получала жалование? Я прошу мистера Раффарти разъяснить, за какую работу мисс Харт получала у профсоюза жалование? Мисс Харт занимала в комитете несколько необычное положение. Она вела организационную работу конфиденциального характера. Вот как. Да, конфиденциального характера. Я не вижу в этом ничего необычного. Тем более смешного. Администрации фирм сплошь и рядом пользуются услугами тайных агентов. Уважаемая комиссия, здесь заседающая, также для своих надобностей располагает целым штатом осведомителей. Да и само правительство. Это ж ни для кого не секрет. Ну что ж, вернемся к мисс Харт. В чем же состояли ее обязанности? Она выезжала по заданию комитета в тот или иной город, наводила справки, кое-что выясняла. И зачастую это было ей необходимо делать тайно. Не под своей фамилией. А как ей платили? Иногда наличными, иногда чеками. Ответственным за эту специальную статью расходов были вы? Да. Мистер Раффарти, ответьте нам, пожалуйста, на следующий вопрос. Мисс Харт все эти годы была вашей любовницей? Я возмущен последним вопросом юрисконсульта. Считаю его незаконным и совершенно неуместным, потому что никакого отношения к делу этот вопрос не имеет. Свидетель, мы сами решаем, что необходимо для следствия и что несущественно. Вы способны вспомнить, как познакомились с мисс Харт? Но для того, чтобы ни у кого не было сомнений, я скажу. Нет, никогда мисс Харт не была и не является, как вы выразились, моей любовницей. Далее. Вас ведь не удивляет тот факт, что какая-либо фирма нанимает манекенщиц, актрис, для того, чтобы они присутствовали во время заключения сделок, подписания контрактов и развлекали покупателей. Также я не вижу ничего исключительного в том, что мы для таких же целей пользовались услугами мисс Харт. Она была отличной сотрудницей комитета, хорошим помощником мне в работе. Еще раз подчеркиваю, она никем не была. Только сотрудницей в работе. Теперь ты мне нужна как никогда. Наступил мой час. Все может решиться, важно только не упустить свой шанс. Поняла? Пока еще очень мало. Старика Сэма Фаррелла привлекли к судебной ответственности за неуплату налогов. Если все дело повернуть как следует, я буду его преемником. Он сам меня выдвинет на съезде. Теперь поняла?
У меня здесь, в Нью-Йорке, еще много всяких дел. Мне нужно до съезда проверить все городские и региональные комитеты. А ты сегодня же вылетай в Новый Орлеан. Что я там буду делать? Там железной рукой правит Карл Оффенбах. Ты его немного знаешь, я как-то приводил его сюда. Да, довольно противный жирный тип. Да, противный и жирный тип. Вылетай сегодня же, я прилечу позже, в конце дня. Он снимет тебе номер на имя миссис Оффенбах. Якобы для своей жены. Ну, так удобнее. Я тебя очень прошу. Будь с ним поласковый. Мне очень нужно заручиться его поддержкой. Договорились? Я же у вас на службе. Привет, Джилл. Здравствуйте, Карл. Я сам только что приехал, но уже успел снять апартаменты. Да. Джек просил меня до его приезда заботиться о тебе. Ну что ж, это даже доставит мне удовольствие. Да? О, прошу, эти апартаменты тебе понравятся. Здесь очень удобно, прохладно. А это чей чемодан? Мой. А что? Я сделал все, как велел Джек. Он сказал, сними апартаменты на имя миссис и мистера Оффенбах. Когда Джек прилетит, я пойду в его номер, а он останется здесь. Чего ж сердиться? Давай лучше выпьем. В конце концов, ты же миссис Оффенбах. Прошу. Карл, я устала. Я хотела бы немного отдохнуть. Ой, и принять душ. На аэродроме был невыносимо жарко. Лучше выпьем. Старина Джек сказал, что пока мы ждем его, ты меня будешь развлекать. Это может быть Джек. Джилл? Где ты, Джек? Джилл, это ты? Послушай, Джилл, я задерживаюсь и сумею приехать лишь поздно вечером. Оффенбах тебя встретил? Да он сейчас здесь. Если хочешь, я... Нет, нет, нет. Помни только то, что я тебе сказал. Будь с ним полюбезней. Это очень важно. Но, Джек... Без всяких «но». Делай то, что я тебе говорю. Он мне очень нужен. Хорошо, Джек. Я прошу тебя, только приезжай поскорей. Я нужен Джеку. Понятно? Карл, я правда очень устала. Я бы хотела немного отдохнуть. А вы обедайте без меня, пожалуйста. Ну, тогда я закажу обед. Пообедаем здесь. Соедините меня с рестораном. Это говорят из 105-го. Пришлите обед. Да. Что заказать? Все, что угодно. Да, и вина. Нас двое. Да.
Что будете пить? Оставьте все. Спасибо. В чем дело? Или ты считаешь, что убирайтесь. Слишком хороша сейчас для убирайтесь. Меня? Сейчас убирайтесь! Если только Джек узнает! Ну, чем я хуже твоего Если Джека? Если вы немедленно не уйдете, вас вышвырнут отсюда вон! Вот как? Но ты же прибыла сюда, как моя жена! А теперь будь умницей! Нет! О! Не надо! О! Джек вас убьет! Он вас убьет! Он вас убьет! Дерьмо! Стой, Джек! Ты что хочешь, чтобы я взял пистолет и бросился искать его? Почему ты не приехал? Заявить на него? Но тогда выяснится, что я сам отправил тебя туда и велел снять номер в отеле под именем его жены. Ты этого хочешь? Пожалуйста. Нет. Я ничего такого не хочу. Ну почему? Ну почему ты не приехал? Ты ведь обещал. Я себе не принадлежу. Для меня нет ничего важнее этой работы. Я весь отдаюсь ей без остатка. Понимаешь ты или не понимаешь? Ну почему же ты не приехал? Фу! Здесь находится текст телефонного разговора, который был записан вами около года тому назад. Посмотрите его и расскажите, где и при каких обстоятельствах была произведена вами эта запись. Сенатор, я заявляю решительный протест. Запись, произведенная при помощи подслушивающих устройств, не может быть использована в качестве доказательства. Верховный суд считает применение подслушивающих устройств противозаконным. Напоминаю адвокату, здесь не уголовный суд. Напоминаю также, эта запись была произведена до того момента, когда в штате Нью-Йорк было запрещено подслушивание, поэтому она абсолютно законна. Далее суд присяжных штата Нью-Йорк разрешил рассматривать данную магнитофонную запись как доказательство и заявил, что... Сенатор, решение суда находится сейчас на кассации. Применение магнитофона для подслушивания было запрещено федеральным правительством, которое представляет здесь
уважаемая комиссия. Протест отклоняется. Прошу вас, мистер Эймс. Я прошу, чтобы проголосовали все члены комиссии. Хорошо, голосование состоится. Кто из членов комиссии считает, что протест должен быть удовлетворен? Не считаю. Не считаю. Не считаю. Не считаю. Благодарю вас. Благодарю вас. Занесите протокол. Протест отклоняется. Мистер Эймс, продолжайте. Прошу заслушать показания сержанта полиции О'Брайена. Эту запись я сделал в комитете 1610, который входит в профессиональный союз транспортных рабочих. Подслушивающее устройство было вмонтировано в телефон секретаря комитета Томми Фаричетти. Разговор шел... Пока все, сержант. Голоса вы определите после прослушивания. В разговоре, который вы сейчас услышите, собеседники употребляли нецензурные выражения, поэтому по соображениям нравственности в записи они стерты, вместо них вы услышите шипение. Включите запись. Господин председатель, я прошу сделать перерыв. Мне необходимо проконсультироваться с адвокатом. Слушание дела откладывается. Свидетель имеет возможность переговорить со своим адвокатом. Этого нельзя допустить. Я не знаю, что записано на ленте, но этого допустить нельзя. Ты обязан что-то придумать, Морд! Что я могу сделать? Ты же слышал, как я заявил протест, и что из этого получилось? Черт, побери! Но это же незаконно, Морд! Они ведь не имеют права этого делать, Морд! Послушай, Джек. Ты прекрасно знаешь, почему ты решил давать показания. Знаю это и я. Ты можешь сделать, чтобы эту пленку не прослушивали? Нет, этого я не могу. Ну, придумай что-нибудь, Морд. Морд, ну. Дай взятку кому-нибудь, Морд! Джек, я не могу. Ну что же. Значит, надо пройти. И через это. Включите запись. Да, мистер Фаричетти. Соедините меня с 4-34-42 в Новом Орлеане. Мне нужен Карл Оффенбах. Минуту. Новый Орлеан 4-34-42 слушает. Попросите к телефону мистера Карла Оффенбаха. Одну минуту. Карл Оффенбах у телефона. Привет, Карл, это Томми. Томми Фаричетти из Нью-Йорка. Это ты, Карл? Я. Как поживаешь, старая... Прекрасно. Как у тебя жизнь? Карл, тут у меня сидит парень, он хочет поговорить с тобой. Карл, как дела? А, это ты, Джек? А что ты делаешь в Нью-Йорке с этими разбойниками? Насчет твоих ребят все в порядке? Но я же тебе говорил, этих гарантировать не могу. Ты все можешь. И помни, Сэм Фароу кончился, так что ставь на нем крест. На выборах я рассчитываю на тебя. Ну, Джек, ты же знаешь, сколько стоит это... Что ты за это хочешь, говори. Мне нужны твои...
делегаты. Я должен иметь их голоса. Говори, что ты хочешь? Ты мне не дашь этого. Я сказал, говори. Может, ты и не сумеешь этого дать. Выкладывай. Ты же знаешь, когда мне что нужно, я ни перед чем не остановлюсь. Ладно, скажу. Только смотри, держись на ногах. Я хочу твою красотку, Джек. Такова цена. Понял? Ты что, спятил? Или я слышался? Скажи, заплатим. Тебе нужны делегаты. Я назвал их цену. Ты шутишь, Карл? Много просит. Ты же знаешь, Джек, я редко шучу. Хорошо. Тогда пришли ее сюда, в Новый Орлеан. Номер я ей сниму. Ну, как обычно у вас это делается. Пусть остановится в отеле «Южный» под именем моей жены, миссис Оффенбах. Об остальном не беспокойся. Да, а сам держись подальше. Такси! Мисс Харт, задержись. Такси! Такси! Ответьте только на вопрос. Успокойтесь, мисс Харт. Вы намерены разбудить дело против Франции? Считала или не считала мисс Харт возможным проживать в отелях под именем жены своего спутника, это вопрос ее собственной морали. Повторяю, я не могу нести ответственность за поведение каждого, кто имеет отношение к профессиональному союзу транспортных рабочих. Но если я обнаруживаю, что поведение моего сотрудника пятнает репутацию союза, я делаю все возможное, чтобы от него избавиться. Я не могу, заткните ему глотку! Когда председатель объявил перерыв до понедельника, первое, что я подумал, хорошо бы эти два дня побыть одному. Не читать газет, не спорить, ни о чем не думать. Да, Джек, девушка с коммутатора сказала, что тебе звонили сегодня раз 15. Пожалуйста, Морт, я прошу тебя. Мне не интересно, кто мне звонил. Не хочу этого знать. Ну, я записал на всякий случай. Слушай, Морт, зачем ты за мной увязался? Замечательно. Хорошо бездельник смотрит. Замечательно. Замечательно. Если завтра они закончат меня пытать, во вторник, ей-богу, приеду сюда на целую неделю.
А уж потом займусь своими проблемами. Черт бы их побрал. Замечательно. Туго с деньгами, Морд. В трубу вылетел не только Босворт. Я тоже. Есть, правда, еще и MD Company. И на всякий случай оставил я круглую сумму, 100 тысяч. Неплохая кислородная подушка, как ты думаешь? С деньгами ты выплывешь. С людьми будет труднее. Это верно. Придется со всеми повидаться, поговорить с глазу на глаз. Я рад, что ты придумал поехать вместе со мной. Есть мало людей, с которыми я могу говорить откровенно. Ты меня нанял, я твой адвокат. Иди ты к черту. Со всеми надо повидаться. Но не раньше, чем все это кончится. Только с Сэмом Фарроу надо повидаться. Теперь. Нельзя откладывать. Знаешь, как он много сделал для меня? Он вылепил из меня человека. Наверное, ты был способным учеником. Наверное. Мне интересно было бы узнать, какой Раферти тебе больше нравится. Нынешний или тот? Наивный мальчик. Того уже нет, что о нем говорить. А парень был что надо. Чистый. А Марта до сих пор меня видит таким же, каким я был в ту пору. Да, Марта и дети. Самый сложный разговор будет с ними. Да. Она святая. Но надо будет что-то придумывать. А Джилл? С ней тоже будет нелегко объясниться. Но она меня знает, понимает и любит. Главное, она меня любит. Еще Фаричетти. Он надеется на меня, я знаю. Но он же не может рассчитывать, что если он пойдет на дно, я сразу же нырну за ним. А может быть, все в конце концов и обойдется. Как ты думаешь? А? Морд? Да. Лето кончилось. А все-таки я отдохнул за эти два дня. Такой момент думать только о себе. Как она могла? Ну, успокойся, прошу тебя. Успокойся. Я успокоюсь. Сейчас. Как она могла? Спасибо тебе, дорогой брат, что ты отозвался и прилетел. Скажи мне, Стив. Да. Только точно. Вот те акции, о которых говорили там на комиссии, что они числятся как мои. Это правда, что они числятся как мои? Да, Марта. Ты это хорошо знаешь. Ошибки не будет.
я могу делать с ними все, что хочу. Нет! Черт побери, нет! Я сказал, ни с кем разговаривать не буду. Вы что, не понимаете, что ли? Плевать, что они из Калифорнии и что свой звонок считают важным. Я не буду разговаривать. Не удается связаться с ним. С отеля меня соединяют, но или Раферти нет в номере, или он не берет трубку. Телефонистка не может ничем помочь. Больше ждать нельзя. Лучше бы, конечно, поговорить с ним раньше, чем газеты и радио поднимут крик. Но ошибки здесь нет? Нет. Отец этого парня опознал ее, это дочь Раферти. Ветровым стеклом ей чуть не снесло голову, а лицо почти без царапин. Они шли со скоростью 100 миль, когда налетел этот чертов грузовик. Да, не хотел бы я сейчас быть на месте Раферти. Я сказал, нет меня. Ни для кого. Здравствуй, Джек. Моя жена. Мой адвокат Морт. Кауфман. Рад познакомиться. И извините, я должен зайти на несколько минут к себе в номер. Я жду звонка из Нью-Йорка. Ботинки надень. Спасибо. Еще раз простите. Зачем ты приехала? Сядем, Джек. Мне надо кое-что тебе показать. И поговорить. Не будь такой мрачной, я чертовски рад тебя видеть, рад, что ты приехала, просто я не ждал. Не надо, Джек. В чем дело, Марта? Что случилось? Я надеюсь, ты не поверила всему, что обо мне говорили? А я ничего нового не узнала за эти дни. И не удивилась. Нет, Джек, не удивилась. Очевидно, я знала это раньше, знала... Много лет. Просто я была слишком занята хозяйством, детьми, чтобы пошире раскрыть глаза. Погоди, успокойся. Я тебе сейчас все объясню. Ты поймешь, поверишь. Ведь это не важно, поверю я тебе или нет. Лёд. Важно то, что мне это безразлично, понимаешь? Я понимаю, тебе обидно это слышать, но правда, мне все равно. Ведь я приехала совсем по другому делу. Теперь постарайся взять себя в руки. Эдди ушел от нас. Ушел? Да. Он сказал, что больше не может жить в нашем доме. Он ушел несколько дней назад в армию. В армию? Но он же еще не достиг призывного возраста. А почему ты мне не сообщила об этом? А где Энн? Ты что, оставил ее дома? Прочти это. А ты звонила в полицию? Ты связалась с семьей этого мальчишки? Я ничего не делала, Джек.
Ничего не делала? Что значит ничего не делала? Ты же знаешь, что представляет из себя этот сопляк Эббот? С ума сошла? Не соображаешь? Джек, я не сошла с ума. Соображаю. Наоборот, мне кажется, я впервые в жизни наконец пришла в себя. Что с тобой? Мы обязаны немедленно этому помешать. Я заставлю полицию найти эту маленькую негодяйку. Полиция тут не поможет, Джек. Не полиция, так любое частное агентство. А если они уже женаты? Мы расторгнем брак! Нет, Джек, не думаю. Энн больше не будет тебя слушать после того, что она узнала о тебе за эти дни. А теперь я тебе скажу, зачем я приехала. Да, я приехала в Вашингтон, потому что хотела видеть тебя в ту минуту, когда скажу тебе самое главное. Главное? Что ты, черт побери, болтаешь? Я хотела видеть тебя в ту минуту, когда скажу тебе, что между нами все кончено. Все. Я ухожу от тебя. Так, между нами все кончено. Все. Ты что, спятила, что ли? У меня столько волнений, это расследование. Эдди со своей армией, Энн с этим идиотом, а тут еще ты. Совсем, что ли, спятила? Я не спятила. По правде говоря, у меня никогда в жизни не было такой ясной головы, как сейчас. Одного я только не могу понять, почему мне понадобилось столько времени, чтобы во всем разобраться. Подожди, Март, подожди. Ну, ты сейчас расстроена. Ты расстроена из-за детей. Наслушалась всякой ерунды. Проклятое расследование. Но я тебе сейчас все объясню, и не ты все увидишь совсем... Не надо, Джек, не надо мне ничего объяснять. Между нами давно все кончено. Только я этого не понимала. А вот теперь поняла. Это я и приехала тебе сказать. Я ухожу. Уходишь? Не будь дурой. Марта, подожди, а как же ты будешь жить? Об этом-то ты подумала? Не беспокойся, Джек, об этом я как раз подумала. В субботу прилетел из Сиэтла мой брат Стив. Он подтвердил, что 3/4 акций в той фирме мои. Они зарегистрированы на мое имя, и я могу делать с ними все, что хочу. Так что обо мне не беспокойся. Прощай, Джек. Понял? Садись к телефону, найди лучшее частное сыскное агентство. Подожди, Джек. Пускай займутся этим делом. Пусть найдут их. Неважно, где они, я хочу, чтобы их нашли. Ты понимаешь, во что тебе это обойдется? Сыскное агентство тут же потребует наличными. Деньги? Деньги. Да. Вечно эти проклятые деньги. Звони только из своего номера. Кстати, о деньгах. Алло. Сожалею, но мисс Харт у нас больше не живет. Здесь ее горничная. Поговорите с ней. Лили!
Возьмите трубку. Мисс Харт спрашивает. Да. Это вы, Лили? А где мисс Харт? Не знаю, мистер Раферти. Она вернулась в пятницу вечером и сказала, что отказывается от квартиры. Всю мебель она отдала мне, и я сейчас... Как отказывается от квартиры? Я ничего не знаю, мистер Раферти. Я помогла сложить ей вещи, и в субботу утром отнесла ей чемоданы в машину. В машину? Которую прислала авиакомпания. Послушайте, Лили, вы знаете, в спальне стенной сейф? Да, конечно. Да. Поднимитесь, пожалуйста, и проверьте, заперла ли его перед отъездом мисс Харт. А зачем туда идти, мистер Раферти? Сейф заперт как следует. Угу, отлично, ну тогда все. Да, сейф заперт как следует, мистер Раферти. Я сама заперла его после того, как мисс Харт вынула оттуда все бумаги. А потом она сложила их в дорожную сумку. Почему вы смеетесь? Когда человек узнает, что у него сперли 100 тысяч, ему остается только смеяться. Что, мне что-то хочешь сказать? Я и не знаю, как сказать тебе. Сообщение из Калифорнии. Мне даже страшно сказать тебе, Джек. Твоя... Энн? Молчи! Молчи, Морт, ни слова. Молчи. Я беседовала с адвокатом Раферти. Он говорит, что бедняга удручен, потрясен. Но я никак не могу понять, почему Раферти требует продолжения разбора дела. Как вы мне все надоели. Кошмар какой-то. Дай мне салфетку, я тебе кое-что покажу. Перед публикой появился отец, тяжело переживающий смерть своей дочери. Я на это публика ему все простила, даже не сомневайтесь. И должен вам заметить, что спектакль фактически окончен. И комиссия уже в достаточной степени показала себя поборником истины. А герой, вынырнув из дерьма, в котором его здесь купали, отряхнулся и в ближайшее время стал председателем. Кто это написал? Да это моя первая статья. В 1964 году по поводу забастовки на Западе. Вот так, моя дорогая. Понимаешь, беда в том, что совершенно ничего не меняется. Подобную статью ты встретишь в завтрашней газете. Чувствую себя хорошо. Давай поскорее с этим покончим. Еще несколько вопросов и все. Значит, вы утверждаете, что в течение 6 месяцев не встречались и не разговаривали с мистером Фаричетти? Да, утверждаю. Также вы настаиваете на том, что не знаете, чем занимался мистер Фаричетти все это время. Это так, но только до известной степени. Но вы лично, как я понимаю, продолжаете испытывать к мистеру Фаричетти дружеские чувства? Да. Томми Фаричетти мой друг. И останется им навсегда.
У меня больше нет вопросов к мистеру Раферти. А сейчас мы намерены предъявить в качестве доказательства две записи, произведенные при помощи магнитофона. Я решительно протестую. Федеральное правительство твердо установило, что подслушивание при помощи магнитофона... Мистер Кауфман, мы уже говорили об этом. Члены комиссии не нуждаются в ваших указаниях о том, что можно и что нельзя. Протест отклоняется. Предъявляю свидетелю машинописный текст с записи. Если зал успокоится, мы сможем приступить. Прошу пригласить в зал Эверста Бартона. Мистер Бартон. Ваше имя, адрес, место работы? Эвертс Бартон, Лос-Анджелес, штат Калифорния. Я частный детектив. Продолжайте. Мистер Бартон, вы установили подслушивающую аппаратуру, при помощи которой была произведена запись? Да. Где и когда была установлена эта аппаратура? В кабинете Джека Карелла Раферти. В его кабинете в Лос-Анджелесе аппаратура была вмонтирована в телефон несколько месяцев тому назад. Первый разговор зафиксирован 9 июня в 11:15 дня, второй в тот же день в 2 часа дня. Я прошу вас прослушать эти записи и сообщить комиссии, те ли это записи, которые были вами произведены. Хорошо. Включите. Мистер Раферти, вас вызывает Вашингтон. Будете разговаривать? А кто звонит? Говорят по личному делу. Мужской голос. Я думаю, что... А вы не думайте. Давайте. Джек. Да. С тобой можно говорить? Конечно. А что случилось? Джек, события мне не нравятся. Ты читал утренние газеты? Читал. И что же? Насчет Меркса. Они опять стали копать. По-моему, ничего страшного. Я так не думаю. Ты знаешь мое мнение. Честно говоря, Меркс мне никогда не нравился. Ему, конечно, нужно было укоротить язык. Но то, что случилось, не должно было случиться. Нам это может дорого обойтись. Насколько мне известно, полиция уже допрашивала Фаричетти. Он вне подозрений. Еще неизвестно, Джек. Его допрашивала полиция, значит, у нее есть для этого основания. Тебе известно, что он собой представляет. А теперь, когда о нас и так плохо говорят, да и комиссия по расследованию приступила к работе, надо... от него избавиться. Но Фаричетти... Не верти, Джек. Это твой человек. Надо, чтобы он вышел из игры. Как ты это сделаешь, мне безразлично. Делай, что я говорю. Ради собственной шкуры. И моей тоже. Сделай, как я прошу. Мистер Бартон, можете вы опознать голоса в этом разговоре? Да. Человек, которому звонили, Джек Раферти. Это я могу сказать точно. Но насчет другого человека... Достаточно, мистер Бартон. Послушаем вторую запись. Включите. Соедините меня с Междугородней. Какой номер, мистер Раферти? Без номера. Просто соедините меня с Междугородней, чтобы никто не подслушивал. Понятно? И еще одно, мисс Хартум. Если телефонистка перезвонит и захочет выяснить, кто делал заказ... Вы не знаете. Хорошо? Конечно, мистер Раферти. Минутку. Междугородняя слушает. Дайте Нью-Йорк-стрит, 7-10-2-0. Ваш номер? Фронт 5-52-2-0. Кого вызвать? Я буду говорить с тем, кто ответит. Минутку подождите. Понятно, куда он звонит. Дежурный департамента полиции города Нью-Йорка. Записывайте. К
Кто говорит? Неважно кто. Не старайтесь узнать, иначе я повешу трубку. Записывайте. Если вас интересует, кто убил Клода Меркса, разыщите Пэтси Фармера и Джузеппе Морелли. Кислоту плеснул Фармер. Заплатил им Томми Фричетти. Будьте любезны, повторите. Фрэнсис, собирай вещи, сейчас ты уедешь. Передашь моей старушке, они мне больше не понадобятся. Послушай, Томми, зачем так сразу сдаваться? Мы еще можем... Мы ничего не можем. Ничего. Томми! Фрэнсис! Ты же мне друг. Что ж, наши сенаторы, как я тебе и говорил, показали себя сторонниками демократии и свободы. Наш герой, между прочим, тоже не сплоховал. Сейчас он немножко почистит перышки, приведет себя в порядок, и месяца через два, это уж не я тебе говорю, это мне говорили весьма авторитетные лица, займет место председателя. Вот так, вот и все.